Я угадаю с вами Шмики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Forager. Я в нее немного наиграл уже, если быть точнее, наиграл часов 3, как вы видите, я немного пооткрывал. Это открытие больше возможно получить. Звание. Ну, звание это сообщество, будущее обновление. Ладно, поехали. Новая игра. У нас есть режим только классик, спидран. Еще что-то и вот новенькое добавили. Поехали в классик. Да, это оригинальный Forager. Исследуйте, развивайте, все такое. В чем заключается игра? Нам нужно с вами просто развиваться. Вот как вы видите, я тут деревья, да, вот ломаю. Тут опыт получается. Тут вот инвентарь есть. Прокачка. Ну, в прокачке у нас пока что только 4 из можно изучить. Это мы попозже перейдем, когда мы получим хоть одну очко опыта. Очко опыта получается за повышение уровня. Постройки. Можно строить. У нас тут есть печь, кузница, швейная машинка. Потом ферма. Ферма нам... Это мосты, чтобы проходить по воде. Ловушки для рыбы. Это полезно. Экономика и магия у нас еще пока что закрыта. Есть еще... покупка земель. Ну, как вы видите, мне пока что тут ничего такого нету. Так, ну это настройки, ну и все. Так, пока что нам нужно с вами собирать ресурсы. Так, дерево. За постройки нам дают тоже всякие фигулечки. Здесь есть враги. Ну, в основном игра, ну, такая себе, знаете, немного затягивает. Ну, процесс почти что стоит на одном месте. Именно развитие по игре. Так, цитрус у меня есть, хорошо. Так, еще есть такая вещь. Так, ягод у нас 6. Постройки построить. Так, на печь мне еще не хватает. Когда мы строим что-то и потом это выпадает, у нас это все остается. Так, скушать. Еще ягоды. Так, мне нужно очистить сейчас верх. А деревьев. Я не знаю, где буду печки строить. Где у меня будут печки? Давайте, наверное, печки будут у меня вот здесь, да? Пока что лучше копать, ничего не строить, пока мы не апнем левел. Почему это, я потом немного расскажу. Вот так, у нас второй есть, отлично. Поехали. Навыки. И что здесь у нас есть? Смотрите. Печь это промышленность, открывает сталь, открывает стекло, дает опыт за возведение построек. То есть за постройки мы получаем опыт. Экономика. Ну, дает 40 монет, это как раз для открытия одного острова. Магия позволяет находить фей. Нахождение фей это хорошая вещь. Феи, ну, это вы видите. Так, хлопок чаще позволяет находить пшеницу. Так, нам нужны печи. Если что, нам нужно будет вкачать вот это все. Так, теперь мне за постройки дают опыт. Давайте, наверное, печь я буду делать тут. Так, давайте я еще подобываю немного. Так, а сколько я могу этих построить? Как вы видите, тут не так уж много опыта дают. Потом просто мы ломаем и немного получаем опыта за постройки. Так, я немного, конечно, путаюсь, все равно, хотя немного играл. Так,
еду нужно пособирать, деревья, мне нужно будет печь, а потом. Так, камень пока еще подобывать, точно, для печки же камень нужен. Так, скоро левел апнемся. Так, есть. Кушать, кушать, кушать. Так, печь. Промышленность. Две печки. Как вы видите, опыта дают мало за постройку, но все равно я могу просто ставить всякие другие вещи. Так, навыки, поехали. Так, сбор пищи. Так, швейная мастерская работает на быстрее. Открывает кожу, как раз кожа мне тоже нужна будет. Так. Давайте, сбор мне нужен. Ферма открывает лопату, открывает ветряную мельницу, открывает хлеб. Он дает 4 новые ячейки снаряжения, дает на 25 больше опыта за растение и урожай. Вот это на самом деле 4 ячейки, я думал, ячейки имеются в виду инвентаря. Сейчас покажу. Вот эти. Оказывается, нет, снаряжение открывается вот здесь. 4 ячейки, ну, хер его знает, ладно. Так, уголь. Покопаем. Угу. Апельсинка. Больше апельсинок. Так, мне нужно еще одну вещь будет посмотреть. Блин, мне нужно урожай, да, будет эти, наверное. Позволяет находить фей. Ладно, давайте я экономику потом вкачаю. Для этого мне деревьев нужно. Блин, а хавчика нету. На самом деле здесь смерть это не опасно. В принципе, я могу сейчас макухи эти ставить, ловушки. За счет них... А, я только одну, да, могу построить. Еще один куст. Вот, еще кустики. Больше кустиков. Так, четвертый уровень. На самом деле, вот так можно прокачаться, но это довольно долго. Так, навыки. Теперь нам нужна экономика. Так, мы получаем первые денежки. О, светлячки. Так, купить землю. Вот это там, да, у меня 30-ку стоит. Значит, создать. Теперь купить землю. Все собираем. Но здесь рандомно, если что, земли появляются. Так, мне похавать нужно. Так, апельсинки. Так, здорово. И на вас я и ждал. Маленькие негодяи с кирками растаскивают природные ресурсы. Принеси мне 2 жука-факела, чтобы я смог уберечь их от беды. Жуки-факелы, это, короче, нужно создать банку и вот увидели светлячка летающего. И светлячка в банку засунуть. Так, наверное, еще нужно одну печь построить.
промышленность, печь, кузница. Так, мне нужно 4 железа и кирпичи. Сколько кирпичей? Тоже 4. А чё, только 3 могу сделать? А камня нету, ясно. Сейчас добудем. О, пошли, ну, первые враги. Да, что у меня тут не так уж и густо. По предметам. Здесь есть всякие острова с испытаниями. Это такое, на самом деле. Блин, мне бы еще один кирпич создать. Ладно, давайте пока что ловушки построю. Так, 5-й, хорошо. Так, цветулька. Прокачиваемся, навык. Всего 64 навыка, ну блин, я что-то их не верю, что их там 64. Ну это ферманство. Деревья оставляют после себя на 50 больше древесины. Это вот хорошая вещь. Типа больше дерева буду получать. О, инвентарь улучшился. А за счет чего мне инвентарь вот улучшился? Ладно, не суть. Единственный минус — это то, что постоянно нужно вот так долго выходить с этого меню. Долго. Каменьчик я получил. Достижение. Слизни довольно легкие противники, всего я встречал 3 противников. Так, готово. Слизни атакуют. Так, постройки, ферма. Готово. Так, у нас уже 6 уровень. Снаряжение, навык. Так, давай, вырубка леса. Прокачиваем. И больше древесины. Здесь у нас рыбалка, ловушки для рыбы действуют быстрее. Открывает приготовление рыбы. Старательство. Камни на 10% чаще оставляют после себя самоцветы. На 30% повышается шанс найти редкие предметы во время копания. Вот это вот хорошая вещь, нужно будет ее тоже прокачать. Камни оставляют после себя на 40% больше минералов. Ну и мы сначала вкачаем горное дело. А, там еще, да, что-то там и открылось. Давайте я сразу буду смотреть все новые, что у нас было. Не бойтесь, я до того момента, где прогресс остановился у меня, вы до того тоже дойдете. Так... Плотничное дело. Открывает факела. Постройка требуется на 25 меньше древесины. Вот это на самом деле тоже хорошо, типа факелы ставить и ломать. Факел требует 3 удара. Поэтому это выгодно. Так, открывает кожу. Каменная кладка. Так, открывает жаровню. Постройки требуют 20 меньше процентов камня. Постройки требуют на 20 меньше кирпичей. Потом, коммерция. Выброшенные предметы немедленно отправляются на продажу. Так, чеканка монет. Кузница всегда создает на 4 монеты больше. Позволит накатить магию. Дает новые ячейки, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Поехали, ладно. Следующее, может быть, я вкачаю... эти минерал так хочет жрать. А, ладно. У меня вариантов нету. Нужно искать сейчас будет, хотите.
бафчик, потому что мой сейчас челик начнет вздыхать. Когда у вас заканчивается вот полоска еды, ваш челик теряет одну хпшку. Но взамен он получает половину шкалы вот этого здоровья. Ну, не здоровья, а питательности, я не знаю, как это, холода. Давай, 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 давай. Какой-то у меня старт очень слабый из-за того, что у меня нету тут еды. И это на самом деле очень плохо. Это очень плохо. Очень-очень. Так, ладно. Что мне нужно создать? Я уже не знаю даже. Опрыскиватель. Я не знаю, что он делает. Можно создавать опрыскиватели как вариант. У меня железо, по идее, есть. Давайте опрыскиватели буду создавать. Так, мне нужно железо, да? Много железа. Давай, копай, копай. Копается все хорошо. Апельсинки. Нам железо все равно потом дальше пригодится. По ходу игры. Железо. Пока все это делается, давайте ферму одну вот эту построим. Сколько здесь стычек нужно? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, пять, ну вы видите, это много. Так, построить. Раз, два, три, все. То есть выходнее, видите, ломать и собирать. Потому что железо все, оно возвращается в том же количестве, в которое ты, у тебя было. Единственное, да, это может быть с едой проблемы. Поначалу, поначалу. А потом более она разрешается. Окей, так, мне нужно больше минералов. Так, печь работает на 25 быстрее, кузница работает на 25 быстрее. Охота. Открывает луки, открывает стрелы, открывает приготовление мяса. Это нужно будет тоже прокачать, это потом пригодится в дальнейшем. О, привет. Ха, у меня не было такого еще питомца. О, пускай здесь лид. Продолжаем строить, заниматься своей же фигней. Хотя, нет, давайте я еще... сделаю, чтобы было больше денег. Хотя смысл, если... Ладно. Построить ферма. Как вы видите, 16-26 опыта. То есть все нормально идет. Изи просто 8 уровень. Так, охоту сейчас нужно прокачать. Открывает каменоломню. Так, постройки. Блин, нужно еще будет... О, свекла. Так, сейчас нужно за едой будет загонять, посмотреть. То, что мне еда уже заканчивается. О, фея.
Фея — это хорошая фиговинка, потому что благодаря ей ты... Так, давайте, сколько мне минералов теперь будет? О, видите, теперь плюс уголь еще падает. Вообще ништяк. Фея, она пополняет тебе ХП. Восполняет фулл ХП и восполняет всю стамину вот эту. Так. Макс, поехали. Так, еще еда. Еда — это неплохо. Построить ферма. Распрыскиватель. Вот видите, оно сейвится, и оно как подфризивает из-за этого. Нужно посмотреть, могу ли я... ХП скрипт, да-да-да. Screen, Zoom, Soft Build Again, камера видеокропка, сертификат. Ладно, нету. Так, хорошо. Вот эти вот, кого я собрал, да, вот он, вот, типа, летущую, вот это как раз и есть фея. Это как раз есть та же самая фея. Так, блин, я не помню. Камни начнешь останавливать после себе самоцветы. Залежи. Не помню. Ладно, давайте. Залежи прокачаю. Так, сбор добычи. Убитые враги оставляют после себя монеты. Ага. Чревоугодие. Дает на 20 больше энергии во время еды. О. Хорошо. Это хорошо. Так, продолжаем. Манипуляцию с нашими. Так, уголь. Уголь. Давайте, наверное, все-таки пособираю, чтобы у меня хавчик не так много требовал. Кирку я, блин, не знаю, как улучшать вот элементы некоторые. Так, сейчас еще еду прокачаю. Поехали. Открывает факела, постройка требует меньше древесины. Повышает шанс редких предметов. Тебя, да, нужно вкачать. Ферма приносит на 20 больше ресурсов, животные приносят на больше ресурсов, открывает... Опрыскиватели. У нас они же есть уже. Позволяет поедать минералы и самоцветы. То есть я могу жрать уголь. Манать. Прикольно. Не, серьезно, прикольно. Это шембап, вы понимаете? Я могу просто угля себе наделать и жрать уголь. Так, если так, тогда я могу себе сейчас замутить макушки. А рыбная ферма, она тоже полезная довольно. Тем, что... Тем, что... Так, давайте я пока древесины пособираю. Приготовлю себе уголь. Костями. Так, апельсинчик есть.
Ну, это обычные светлячки нас летают, поэтому они нам не нужны. Летающие нам ни к чему. Так, опять ночь. Так, собираем редис. Так, давайте я пока древесину начну жарить. Поехали дальше. Угу, level up. Далее. Подождите, так я и так уже жару, разве нет? Зачем? Я не знаю, что это за баг. То есть, понимаете, мне уже дают ближайшие эти вещи. Странно. Гурман. Так я уже так могу их жрать. Сбор добычи. С врагов падают монетки. Давайте врага попытаюсь где-то встретить. Если из него падают монеты, значит... Мне нет смысла прокачивать ближайшие вот эти вещи. Только мне нужно еще врага где-то найти. Врага я что-то не вижу. Хотя нет, я, кажется, их убивал, ни хера не падало, да? О, что-то поймал. Водоросли. Ладно, плевать, давайте пока дальше строить. Если с него падают монеты, значит да. Не, из него не падают монеты. Блин, тогда не шарю. Из него не падают монеты, значит я не шарю. Постройки для фермера. Блин, я просто не знаю, стоит ли прокачивать или нет. Чревоугодие. Вот это гурмана стоит или нет? Позволяет поедать минерал и самоцветы. Так я и так могу минералы жрать. Я так могу уголь есть. Что я могу есть еще? Уголь вот могу есть. Камень могу есть. Я могу это жрать. Так а зачем мне тогда предлагают это прокачать? Что выходит, дает больше энергии во время еды. Открывает каменоломню. Открывает луки, открывает приготовление мяса. Странно, ладно. Выплавка. Приработай быстрее. Хозяйство открывает опрыскиватель. У меня тоже опрыскиватель есть. Это единственное, чего я не понимаю. Нет, нет, нет. Давайте вот это. Так, теперь, короче, пойдем в магию и сюда вкачиваться. О, светлячок, лампочка там будет. Ферма, опрыскиватель. Так, подожди, могу... А, не, мне не хватает. Ну, давайте сейчас я ягоды еще пособираю. Да, урон, конечно, у меня какой-то хиленький. Такой.
Кокосополь сейчас соберем. Древесину, золото. Апельсинка у нас есть теперь. Я не знаю, может это баг, может нет. Пожари угля. У меня вообще теперь минералов здесь никаких нету. О, рыбка. Рыбка жареная, она восстанавливает еще плюс хп. Рыбка жареная восстанавливает хп. Ну тоже, знаете, позволяет находить фей. Ну вот же фея, я ж нашел фею. Как она работает? Ах, ладно. Кузнецы всегда не то. Коммерция. Открывает кожу. Давайте вот кожу. Хотя... Блин, я не знаю, что прокачать. Вот честно. Но я вообще не знаю, что прокачать. Сельское хозяйство. Ферма приносит. Давайте, наверное, да. Все камни оставляют после себя уголь. О! И тут нарисована геология. Все камни, все камни. Почему здесь фрукт нарисован? Кулинария. Открывает кастрюлю, открывает сахар, открывает майонез, открывает сыр. Все камни оставляют после себя уголь. Вот это тоже прокачаю. Так, апельсинка. Что мне железо, да, нужно, в принципе? Так, цветочек. Так, давай макухи создадим. Так, минералы. Уголь. Постройки, экономика. Так, о, кастрюлю. Нахера у меня вот кастрюля? Ведь я не понимаю это. То есть, понимаете, мне уже показывают то, что я могу уже сделать. Хотя этого я еще не прокачал. Может, это баг этой версии. Хотя эта версия последняя. Бац, 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 бац. Экономика. Бац, бац, бац. Сейчас пожрем, подожди, апельсинки. Еще древесину соберу. Так тоже, понимаете, вот камни все оставляют уголь. Но у меня тоже это прокачано. Все камни оставляют после себя уголь. Ну, как бы у меня и так камни оставляют уголь. Только, конечно, найти бы еще их. Найти бы их еще, да, и все. Песок. Ладно, пускай пока еще побудет у меня. Кастрюля. Ни хера себе.
сколько стоит? Много стоит отнюдь. Отнюдь много стоит. Еще что поймала? Свеколку. Ой-ой-ой, тихо. Бац. Бац, бац, бац. Ладно, тебя попозже соберу. Вот, допустим, вот камень, да, обычный. И вот с него уголь падает. То есть с него по-любому будет падать уголь. Как бы ты ни крутил. Так, два очка. Я знаю, что ты можешь навыки выучить. И как вы видите, опыт мне дают, в принципе, тоже как бы в процентах. Туда не сюда, туда не сюда. Ну, примерно, я думаю, вы теперь поняли, в чем заключается смысл игры. Сейчас мы, короче, магию вкачаем. Фейку подберем. Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом мы с вами и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.